Air-тренеры. Высокие. Это ценный экземпляр или нет? Ну, Force это вообще универсальный вариант. Это 990 V6. Правильно, да, V6. Вот. Вот, кстати, приятная расцветка. Вот это прикольно сделано. Пятый гель лайты вот в такой расцветке. ACG, пуховичок. Fusion 2 самые кайфовые, на мой взгляд. 160, блин. Ух ты, это рефлектив. Вау. Друзья, коллеги, давненько мы не были в магазине Sneaker & Stuff в Берлине. Давайте-ка быстренько зайдем и посмотрим, что там нового у них на весну. Понеслась? Nike. Arm Bush. Ну, Force это вообще универсальный вариант. Для тех, кому они идут, у кого они нормально смотрятся. Не знаю, как вот этот резиновый наконечник будет держаться. Насколько это живучая схема. 190 евро. Ну, блин. Вот белые форсы, чисто белые, перевыпустили. 140. Мечта кастомайзера. Мечта кастомайзера. Джорданы. Ну, все по классике. В принципе, все понятно. Да, на весну. Вообще, на весну много кроссовок подойдут. 160 евро. Огромное количество. 210. Пятерки, да, или что это? Пятерки. Данки. Данк Бразил. 110, как всегда. Данк высокий. Сто 120. Второй Джордан Лоу. О, вот это красиво, мне нравится. Низкая версия, красивая. Аккуратная, красивее, чем Форса и оригинальнее, мне кажется. 160 евро. Красота, вот высокие есть. И вот такой цвет есть, симпатичные, высокие, стоят 190. Это интереснее уже. Air-тренеры. Приятные. У нас есть обзор на канале тренеров. Два даже обзора. Трэвис Скотт и другие такие пластмассовые. А вот это кайфовые. 130 евро. Нормалек. 120 евро. Это беговые Air. Air Max 170. Как-то дешево смотрится. Вот эти поприятнее. О. Класс. Красивые серые. 170 тоже. Получается, независимо от материала. Это старые пластмассовые, ресайклинг. Они на скидках. Они на скидках есть. 160. Их можно за 100 взять легко. Особенно маленьких размеров. 170. Gore-Tex. Вау. Приятные. Симпатичные. О, вот. Air Humara, о них я рассказывал в прошлом видео про простые кроссовки. Кроссовки обычного назначения Tom Sachs. Коротко их упомянул. 160, блин. Ух ты, это рефлектив. А, ух ты, носок рефлективный. Подошва мягкая. Мне нравится, дизайн мне очень нравится. Но цена... 160, ну блин, не знаю. Тут тоже рефлектив, вот этот носок. Красивая. Ну, эти мы видели, это трэш, 250. Air Max 190, ну это и понятно. Да, Air Max, конечно, это универсальная обувь.
190. Если бы не баллоны вот эти открытые, были бы офигенные ботинки. Ну, на мой взгляд. Были бы просто шикарные. Дизайн прям вау. Это тут вообще просто один сплошной баллон. Это вот совсем на любителя. 190. ACG. Пуховичок. Сейчас конец зимы. Кстати, прикольные. Красивые. Сколько стоят? Как понять цену? 350 евро. Ё-моё. Ничего себе. Это тоже... А, это прямо их СНС. Классно. 180. Ну ладно, флис. Ну, красиво, да. Но, блин, 180 евро, ребята. Такой же черный пуховик. Вот в Амеру. В Амеру пятая. Вот это прикольно сделано. Такие с текстилем таким грубым, вязаным. Красиво. Несмотря даже на то, что они черные. Классно. 160 евро. Это по найковским меркам типа недорого, да, считается. Вомера мне нравится. У меня есть, по-моему, 4-й или 6-й, не знаю. У меня там более технологичные, по-моему. У меня, ну, оригинальные, винтажные. Там развалилась у меня вот эта цена на кроссовке. Вот эта пена раскрошилась. Что, в принципе, неудивительно. Смотрите, какой интересный Джордан тут. Все как-то наоборот, наизнанку. Ну, цвет какой-то, 140. Это хай или мид, я не знаю, не могу понять. Вот элефант Джордан вообще. 180 евро. Или это не Джордан? Нет, Джордан. Высокий. Это ценный экземпляр или нет? Черкните, парни. В элефантах. Прикольно. Классно. €250. Не помню, как он называется. Ух ты, карбоновый этот. Фампозит пипены или что это? Или Celtic, не знаю. Пластмассовая, боже. Красивые, смелые, кайфовые. Вот такой вот Aditex. Это серия Special. Special. 130 евро они стоят. Вроде как кожа, даже не знаю. Кожа, не кожа. Похоже на CTX. О, тут так интересно сделано. Ну, черные, конечно, на любителя. 130 евро. Ну, вот это Adimatic, или как они называются. Причем, смотрите, они перевыпустили OG. А, это Campus. На подошве от Superstar. Интересно. Замшечка. 160 евро. У меня есть такие из 90-х новые кроссы из рубрики «По сусекам». Винтажные скейтбордистки, это одни из прародителей вот этих. Ну, это классика. Кайфово сделано, цена 110 евро, недорого. Можно брать. Ну, на эти кроссы уже много кто делал обзор. Вот, кстати, приятная расцветка. О, тут логотип, смотрите, как на винтажных. Почти что эквипмент. Вот эти красные.
класс. 110 евро. О, вот, вот эти вот новые CTX какие-то, CTX Pro или как они называются. 129 евро. Или Торшен. А, Торшен, прошу прощения. Торшен Тех. Или какая-то ремикс модель CTX. Подошва от CTX 4000, если я не ошибаюсь. А верх от Торшена. Две расцветки есть. Как вам такие? 129. 129 евро. Поло это не поло, поло не поло. Кстати, на весну, как всегда, форумы. Вот замшевый приятный. Форум Low. Часто на скидках бывают. Очень часто. 120 евро, но можно взять на скидонах. А это Ривери тоже. Ну, тоже аналог. Тоже 120. Вельветовый такой. 550-й на весну, да. Или это даже не... Да. Не, это 550-й, все правильно. Отличный выбор на весну. 170 евро, не знаю. Их тоже на скидках можно взять уже. Это новая модель 1906. 160 евро. Это не Protection Pack, обычная. Protection Pack я как-то тоже чуть не выхватил. Померил, мне не очень понравились, как они и по ощущениям, и на ноге. Какие-то они скучные. Это не замша. Если вы подумали, что это замша, то это не замша. Материалы максимально дешманские. Почему они не сделали эту сетку более светлой или более темной, чтобы она не сливалась? Было бы намного кайфовее, правда. Не знаю, мне не нравится, как они на ноге смотрятся. По удобству странные. У меня нога заваливается вот так. Наружу у них тупо вот так съезжает, я вот так хожу, тут воздух. Пацаны, ну чё, какие? Белые или серые? Ну, по-моему, серые, блин, серые тоже скучно. Ну что скажете, серые или белые? Protection Pack, что-то на ноге они вообще как-то странно смотрятся. Вот эти мне сильно больше нравятся. По удобству эти вообще прям кайфовые. Винтаж. Винтажик, винтажик. Тем более, что 202 модель у меня есть в коллекции, я ношу. Но она мне больше нравится, как она смотрится, чем эти. Эти похожи на Аркетто, по-моему. Эти, да, с Аркетто есть. Тоже похожи, с такими полосками. Ну, 202 тоже, конечно же. Они, кстати, и дешевле, 140. Не знаю, как по мне, вот такие вот более контрастные такие. Их надо мерить. 140 тоже. 580 за 150 евро. Ну это дорого за них. У меня были такие красные, по-моему, замшевые полностью. Просто красный, такого вырви глаз красного цвета. Я их продал, поносил чуть-чуть и продал. Они немножко мало мерили на меня. А это что, 220 евро, made in England, 576. Ну, симпатичные, согласитесь. Единственное, что подошва дубовая тут на них, как всегда. 15 minutes later. Все, мы обсудили, мне выдали пожизненное разрешение на съемку. $229,990 V2, вторая версия USA. Были у меня они с коллабом с Ронни Файком.
Но мы не подружились. Посмотрите, там интересная история произошла. Мне бракованные просто педали прислали, почиканные, можно так сказать. Ну так, кстати, вот силуэт и все такое мне очень нравится. Интересное такое. Классика New Balance, немножко ретро, немножко технологий. Больше, чем вот эти. Это 990 V6. Правильно? Да, V6. Вот. Вот они мне вообще не нравятся. Прошу прощения, какие-то не до изи. 250 евро. Не до изи. Ну да. Изи тоже примерно так же стоили, да. Хотя технологии тут, конечно, присутствуют, все как положено. Не исключено, что они очень удобные будут. Причем классический серый цвет. Это не баланс. Буква рефлективная. Вот это тоже рефлектив. Хотя, может, на ноге они даже и неплохо будут смотреться, не исключаю. Вот сейчас я так смотрю. Просто я сравниваю их с, допустим, там, четвертыми, с третьими 990-ми. Мне кажется, вот третьи и вот вторые – это самые удачные. Вот первые, кстати. Ну, первые – это вообще вот такой менеджер не среднего звена. Не, не хочу никого обидеть, на самом деле. Классно, обожаю, как они смотрятся на ноге, вот эти вот кроссы. К сожалению, не могу их носить, очень твердая подошва. Они как бы туфли, уже туфли подобные. Их и носят часто под костюмы, все такое. Так, кто-то Мартинса спрашивал. Рок-н-ролл. Это же Мартинса? Или это не Мартинса? Вон Мартинса. А это что-то другое. Made in England. Что-то дорогое, наверное. 220. Нет, недорогое. Стилевая, очень стилевая, к сожалению. О, тяжелые. Мартинсы тяжелые, конечно, будь здоров. Не знаю, что это такое, AirWear, не знаю. Цену не могу найти на Мартинсы. А, вот цена, 240 евро. Очень тяжелые. Эти 220. Это тоже AirWear. Кларксы. Тоже на весну. Да на весну любые кроссы. Весной не жарко, не холодно. Просто любые кроссы. Это класс. 159. Тимберы вообще в Золанда. Вот мы ходим в Золанда. В аутлет смотреть. Там они бывают по 60, по 70 евро. А тут 220. Full price. Вот такие тоже я видел. Может там другого цвета. Тимберленды за full price. Не стоит брать. Ох, ну вот эти еще не вышли из моды, правда, это скорее, наверное, не знаю, может и летние. Посмотрите, какая тут сетка, у нас есть обзор этой модели на канале, 195 евро, Соломонди. Они их чуть-чуть больше мерят, очень мало набивки, ну классные. Соломонии 200 евро. Тяжелые. Это такой тяжелый спортивный трейл. На весну уже, наверное, жарковато будет. Вот эти. О, вот они. Вот кайфовые. Ретро-модель от New Balance в офигенной расцветке. New Balance 610 называется. Офигеть, мне нравится. Вот именно вот этот цвет. Это весна. Не знаю, дышит вот это вот. Такой какой-то плотный текстиль. С армированной пластмассой. Вот такой сверху наклеенный. Блин, было бы больше времени, я бы померил. Очень красивые. О, вот еще. О, тут уже другая сеточка.
Ну тут подошва однотонная, черная. Не так красиво. Что по цене? А, мы сказали цену, да? Нет, 140. 140 евро. Это уже зима, наверное. Покажу вам. Прикольные. 170. Они тоже на скидках бывают. Часто вот эти ботинки от New Balance. Новая модель от Пумы. Можно брать на весну. Вообще без проблем. Пума что-то долго думала. 140. Долго не думали. Reebok лет 6 назад выпустил похожую модель. О, вот вообще класс. Смотрите, рефлектив. Вот этот свуш. А, она вся рефлективная, прикиньте. Полный рефлектив. Смотри. Класс, да? 150. 150. Красивая. Асиксы, да, мы их уже много раз смотрели, 150. Видите, теперь на весну вот тут сеточка. Тут нету сеточки. Бери, не хочу. А, вот это интересная модель. Это другая гель. Не знаю, какая, но другая. Ретро-беговая тоже. Классно сделано, классно смотрится. 150 евро стоит. Класс. Класс. И вот. Причем Asics вообще часто до скидок доходит. Гель Каяна 14. Вот, пожалуйста. Уже давным-давно его перевыпустили. Это Reebok. Классика. Да, мы уже много раз его видели. 120 евро. Но это эко, по-моему. Эко замша, не натуральная, мне так кажется. Тяжелые. Я не ожидал. 100 евро. Клопси, ну блин, его показывать это много. Сокони тоже. Красивые на весну. Серенькие, приятные. 150 евро часто бывает на скидках у нас в Германии. О, вот такую модель я еще... А, подожди, это 3D, она же была у нас на обзоре. 3D Cordura. С такой приятной кожей. Прикольно тоже. 170. Ну вот это она тоже, 3D. Только здесь вверх, по-моему, как-то по-другому чуть-чуть сделан. А подошва та же. Да, верх немного в другой здесь. 159 евро она стоит, 160 евро. Это классика, только нет. Ну, серенькие мне больше понравились. Причем есть вот такие серенькие. И вот, а, это разные модели, подожди, это... 6000, 5000 Shadow. Венсы. Вот, вот эти ботинки от Венсов, кстати. В конце зимы можно прикупить. Тяжелые. С утеплителем все как положено. Это прям вот их хай-тек зима. Их я тоже уже на скидке видел. 185 full price. Это чтобы снимать другим ботинкам, стягивать. Оригинально, оригинальненько. Кепочка от SNS, кайфовая. Мало на меня, 100% будет. 50 евро, блин. Ну красивая такая, под винтаж. Это что, Merrell? Порядковый номер. Не знаю, ну это 360 евро, да, ну. Вот эти есть на обзоре. Кстати, красивая расцветка с черной подошвой.
130 евро. Тут теплый еще такой, и валенок вставляется. Его, видимо, достали. Изумки. Вау. Вот это на весну. Тут я чувствую такая... А, это текстиль. 150. Мизуна. Тоже бывает на скидках у нас часто. Ну, там разные цвета, маленькие размеры, без проблем взять за уцененную цену. Эти тоже симпатичные, с прозрачным свушем, 120, красивые на весну, ну, светленькие такие, хорошее настроение. Это что-то как-то клееночно сильно. Эти есть на обзоре, о, вот, кстати, в хороших материалах, смотрите, замша. И текстиль есть на весну, серые. Сейчас модно, видите, пастельные, не броские, невзрачные цвета. Под широкие брюки типа. Ну. Wave Rider 10 и цена 160. То есть цена такая же, как и на клееночных, по сути, там плюс-минус 10 евро. Carhu. Carhu мы смотрели много раз. Carhu офигенная. Есть один обзор Carhu на канале Коллаба. 135. О, так они еще и не такие дорогие. Мне нравится. Я часто вижу в Берлине Carhu на ногах. Ну, как часто, ну вижу. Мне нравится, как они смотрятся. Оригинально. Я всегда обращаю внимание. Респектую за Carhu. 135. Качество, блин, качество от великих финских бегунов известно. Действительно классно, хотя из Made in China по-любому, вот Fusion 2. Fusion 2 самые кайфовые, на мой взгляд. Вот из-за того, что вот здесь вот этих вот, вот эти дырки, вот это все как-то, ну не знаю, тут попроще. Но носок заострен чуть-чуть. Ну, не сильно, но заострил. Классные, короче. Прикольно сделанные, мне нравится. О, 150. Смотрите, внутренняя какая качественная подкладка. Кайф. И вот эти. Тоже Carhu. Светленькие, 135. Тоже красивые. Вот тут вот эти дырочки не так как-то. Короче, нравятся они мне. А вам напишите, что скажете. Carhu, Mizuno или Saucony. Или Asics. О, вот, кстати, интересные Asics еще. Вернемся. Ух ты. Это ответ 550-м New Balance и Air Force и форумом Low от Asics. Музло тянет 130. Красивые. Да, дубовая резина, тяжеловатые, но красивые, мне нравятся. И пятый гель лайт вот в такой расцветке. Ну, это классика. Блин, дорогие, 170. Может, коллаб какой-то, чешу, не знаю. Нет? Тестостерончиком, все как мы любим, приятное, красивое. Единственное, что вот этот верх тут носочно-неопреновый, не на каждую ногу подойдет, конечно. Gel Light 3 тоже, блин, у меня есть две пары кирпичи, взял коллабы, так мне понравились, блин, очень хотелось. Взял, думаю, та полежат, потом, если что, продам, ага, фиг там, даже полцены не могу вымутить. Потом эти коллабы еще и уценили тоже. Нет, один из двух еще дошел до скидок, блин. Видать, только я его оценил. Больше никому не зашел. 140 евро, да не. 70 евро, вот, можно брать их. В Zalando, в аутлетах, в онлайн. Их часто уценяют. Вот обычные вот такие, Gel Light 3, 60-70 евро без проблем. Эти Nimbus или что? Да, Nimbus 9.
Ну, мы их уже много раз видели. Ну, вот магаз какой. Быстро сделал, чтобы лиц не видно. Вот тут Adidas. Вот тут Nike. О, вот тут New Balance. Converse. Еще Nike. И женские. Такие же, только женские. Ну что, друзья, как вам такой контентик? Да-да, нет-нет. Напишите, черкните, делать дальше. Если нравится, подписывайтесь. Сейчас вот здесь появятся превьюшки интересных роликов. Кликните, поддержите канал. До новых встреч, Фидерзенчус.